Репортерам стало известно, что певица Максим дала согласие на участие в большом концерте, передает «Комсомольская правда». Это мероприятие будет целиком посвящено ей и пройдет в июне на территории московского ВДНХ. Официально выступление артистки еще не анонсировалось, но СМИ узнали, что билеты в продажу поступят уже в ближайшее время. Впервые после комы Максим вышла на сцену в ноябре 2021-го, но петь не стала, ограничившись речью в честь дня рождения Муз-ТВ. А недавно она записала с Егором Кридом трек «Отпускаю». На днях артистка рассказала в своем телеграм-канале, что чувствует себя как новенькая и активно занимается спортом. Поклонники надеются, что голос окончательно вернулся к певице, и скоро она сможет их порадовать живым выступлением. Напомним, 16 июня прошлого года певица Максим была госпитализирована в одной из столичных клиник. Врачи диагностировали артистке двустороннюю пневмонию. На тот момент Абросимова еще находилась в сознании. Однако затем ее состояние начало ухудшаться. Поражение легких на тот момент составляло уже около 80%, поэтому врачи приняли решение ввести Абросимову в искусственную кому. К счастью, усилиями врачей артистке удалось победить недуг.